Но в эти минуты нефть немного дешевеет. Баррель Brent стоит выше 33 долларов. Япония прибавляет более 7%. Сегодня инвесторы уверены, что Центробанк страны вскоре примет решительные меры для поддержания экономики, поскольку ВВП в четвертом квартале просел значительно сильнее прогноза. Что касается наших бирж, РТС и МВБ открыли понедельник в зеленой зоне. Доллар на межбанке стоит 77 рублей 60 копеек, евро 87,18.